Всем привет, дорогие друзья! Пришла очень интересная посылка новой почтой от моего хорошего знакомого. И это вот такая большая вот бумага, но она согнута. Вот здесь вот перегиб. Сейчас я буду вскрывать. Будем, во-первых, смотреть, что там. Там просто великолепнейшие вещи. Но я очень переживаю, чтобы то, что там внутри, сохранило свою целостность. Капец. Вы только зацените, какая красота. Просто офигеть. Но все-таки, да, вот здесь вот перегибчик есть. Но меня радует то, что он такой. Он мягкий. Сейчас я буду открывать, и вы будете смотреть, что здесь внутри. Просто офигеть можно. Итак, первое на обзоре. Это открытка. Значит, это все филателия, посвященная Олимпиаде за 2022 год в Китае. Обалденная такая открытка, смотрите, с маркой. И первый день гашения. Просто супер, посмотрите, какой штемпель офигенный. Но самое крутое, дорогие друзья, здесь подпись дизайнера вот этой олимпийской всей символики, которая вышла как и на монетах, так и на марках. Офигительный конверт, вообще класс. 2022 год, тираж 160 штук, дорогие друзья, 160 конвертов. Вы вообще представляете, насколько это эксклюзивная, редкая вещь? Охренеть. А теперь смотрите, следующий конверт, просто бомбический, тоже Олимпиаде, посвященный, с маркой, первый день гашения, и дальше смотрите, Сергею от автора. Вы вообще представляете ценность данной открытки? Просто офигеть, зашкаливает вообще. Тираж не написан, но мне кажется, тоже не очень уж и большой тираж. Офигеть, просто супер, а? Класс. Зацените, еще одна открытка. Бомбическая, вообще класс. Опять же с маркой и печатью. Первый день гашения. Олимпиада 2022 с подписью от дизайнера. Обалдеть, круто. И еще первый день гашения. Супер. Обалденно. Вот это место я сейчас расскажу кое-что. Вчера одно кино смотрел, мне так понравилось. Еще одна открытка. Зацените, какой дизайн. Тоже с подписью автора. Вообще бомба прямо. Смотрите, первый день гашения, марка. Просто офигеть. Я не представляю, сколько этот набор может стоить. Напишите свое мнение в комментариях. Смотрите, какая необычная открытка. Просто офигеть. А здесь описание есть, смотрите. Марка, номер такая-то. Дальше, что там, плохо вижу. Вот, Пекин 2022, размер бумаги. Тираж 130 тысяч штук, из них 140 неразрезных. Проперфорированных друкарских аркушев. Кількість марок в аркуші 6. Дизайн марки та штемпель Марины. Місце погашення Київ. ШПД, что-то там еще. Ну, короче, бомба. Прям вообще супер. Офигеть. Вот КПД. И вот еще КПД. И вот подпись дизайнера, вот этой Марины. Бомба. Теперь смотрите, еще открытка, вернее конверт, то были открытки, это конверт, тоже первый день гашения, с подписью от автора дизайна. Вот такой замечательный конверт, тираж 2000 штук конвертиков. Правильное написание поштового индексу в зазначенном месте прискорить отримання вашего листа одержувачем. Круто, круто. Ну и самое интересное, это вот этот огромный лист. Что же это за лист? И, кстати, на этом листе, посмотрите, тоже есть марка, тоже гашение. Я такое вообще вижу впервые. Зацените номер 62.
тираж 150 штук, дорогие друзья. Вы представляете, тоже подпись. Ну, просто бомбическая история. Я в шоке. Я такого никогда не видел еще. Огромный такой лист на А4 размером. Просто офигеть. Описание про зимние Олимпийские игры. Ну, короче, супер. Я в шоке, блин. Здесь белое все. Но это неимоверная вещь. Класс. Вот это коллекционный наборчик, дорогие друзья. Что вы на это скажете? Вы только представьте, какое количество всего связанного с Олимпиадой. Я в шоке. И все еще безумно красиво, самое интересное. Очень красивые открытки. Прям бомба. Вообще супер. Слава богу, что новая почта не сильно помяла это все дело. Я очень переживал, что будет помято. Но, как говорится, Бог миловал. Пронесло в коллекции. Теперь это будет вещь просто радовать глаз. И самое интересное, здесь есть очень дорогие предметы с маленьким тиражом. Например, как этот лист 150 штучек. Там еще лист. Открытка была с маленьким тиражом. Единственное, чего не хватает, это большой такой блок с неразрезанными марками. Это тоже очень дорогая история. Но продают их очень маленьким. Ну, то есть, грубо говоря, одну штуку в руки дают для тех, кто состоит в обществе филателии. Просто потрясающая вещь. Я в шоке. Спасибо огромное каналу «Остров сокровищ». Ссылка на YouTube-канал «Остров сокровищ» в описании. Там очень много обзоров разных таких, которые не у каждого хватает терпения, грубо говоря, сделать так, как делает автор YouTube-канала «Остров сокровищ». Рекомендую подписаться, потому что очень много об украинской нумизматике он рассказывает интересного, а также об украинской филателии. Украинская филателия – одно из самых интересных и красочных направлений коллекционирования, потому что наши марки, они реально очень красивые и интересные. Да, выпускаются иногда огромными тиражами, но при всем этом настолько красивые, что хочется иметь в коллекции. У меня есть небольшое количество собраний украинских марок. Я все пытаюсь найти альбом для этих марок, чтобы все это красиво оформить и как-нибудь вам показать коллекцию своих почтовых марок и конвертов и открыток Украины. Тема реально красивая и интересная. Жду ваши комментарии насчет такого чуда. Что вы на это скажете? Есть ли у вас что-нибудь подобное? Всем удачи! Пока!